И всем привет, ребят! С вами строенько. Сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня мы будем обсуждать ту тему, которую я, если честно, даже и не думал и не размышлял о ней до сегодняшнего дня, до сегодняшних событий, но с последнего момента произошло много очень интересных вещей около киберспорта, и я решил, а почему бы и нет? А почему бы и нет? Почему бы и не рассказать? Ведь очень многие об этом говорят, очень многие это обсуждают. Ну и я выскажу свою точку зрения по этому поводу. Ну и пройдемся по тем событиям, которые вокруг нашего танкового киберспорта происходит на постоянной основе уже на протяжении, ну, наверное, последних пару месяцев, может, месяца. Но если вам подобного рода видосы нравятся, связанные с около киберспортной, с киберспортной, я говорю, киберспортивной темой, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется по тегу моему личному на 2 миллиона кристаллов на 300 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный тег, тег Тимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. О чем же сегодня пойдет речь? Сегодня речь по большей части пойдет о лучшей команде э, последнего времени. Да, это команда Diamonds, та команда, которая в новом формате с получается предыдущего года выиграла два последних мейджора и безумное количество рмр турниров к мейджору. это единственная команда которая я не проигрывала уже очень и очень давно и это та команда в которой на сегодняшний день осталось лишь четыре игрока на момент перед третьим получается мажором перед Саммер-мейджером, ну три можно сказать, да, можно сказать три, но ну, если учитывать именно в сами мажоры, но это второй получается у нас как летний мажор, да. Это команда, которая потеряла уже четырех или пять даже игроков, да, все они были отстранены на полгода, из них четыре э, или три, наверное три три игрока были с краской чемпион. То есть это три чемпиона уже отстранены. И два игрока, которые были с краской серебро, которые играли изначально за другую команду, но по ходу дела перешли в Diamonds и их тоже отстранили. На сегодня еще один человек у нас отстранился, да, который был как раз-таки с этой краской. Но если говорить не о Diamonds, а говорить вообще в целом, то, как я уже сказал, за последний месяц может быть около двух, да, у нас в киберспорте, я уже посчитал, было отстранено более, более 40 человек, да, ближе к 50 человек было. Отстранено. И по большей части все эти игроки были как раз-таки отстранены за передачи аккаунтов. Да? Почему это все всплыло именно сейчас, для меня, ну, наверное, это вопрос. Да. Есть, конечно, отстранения, которые связаны там с тем, что м, играл игрок, который полностью отстранен от киберспорта, да, и поэтому там игроки определенные попали тоже под отстранение. Но по большей части именно игроки отстранились за передачи, да, и не просто там игроки, которые там играют в средних командах, а по большей части, это все игроки, которые были в лидирующих, ну либо вообще в чемпионских командах, да. И для меня как раз-таки главный вопрос это то, почему это все вылезло именно сейчас. Да? Почему это вылезло все сейчас? Потому что более чем я уверен, что все эти нарушения были произведены уже значительно раньше. Но мы имеем факт, что у нас за последнее время <coughs> в киберспорте отстранили более, ну можно сказать даже 45, 45 игроков в нашей игре, да, то есть это определенный удар, да, по киберспорту в принципе танковому, да, потому что, как вы знаете, что у нас и так не играет супер большое количество игроков здесь, ну а тем более сильных игроков э, играет еще меньше, да, ну и сам факт того, что из чемпионской команды у нас удалено, ну не удалено, а отстранено. Уже более четырех игроков, да, то есть изначально это был Мафиус, за ним отстранили Рокло, <coughs> относительно э, недавно сначала отстранили Скрима, который уже был в Даймондсах, э, далее отстранили Форса, ну и вот сегодня, на момент записи этого видеоролика, отстранили Нью. Что будет с этой командой, я, честно говоря, не знаю. Да, надеюсь, что они все так же соберут состав и будут продолжать играть и выигрывать. Да, все-таки это единственная, я повторюсь, команда, которая еще не проигрывала турниры у нас в рамках мажоров. Да, и в рамках, ну, вообще РМР тоже турниров, на тех турнирах, на которых они участвовали, как вы видите, по этим вот замечательным кубочкам, вы видите, что у них все здесь победы имеются. Ну и, по сути, завершился даже и третий мажор, который они также выиграли. Да, мы проиграли им как раз-таки игру за кислоту. И тот турнир, получается, тоже фиксируется с победой. Да, но на момент окончания турнира у них уже в команде, правда, осталось 4 игрока, только лишь которые получат краски, да. Надеюсь, что никто из этого состава больше уже не будет удаляться, да, они доберут игроков и продолжат играть. Ну и по большей части все эти отстранения на, получается, полгода, соответственно, через полгода эти игроки вернутся в наш киберспорт и продолжат играть. Но эта тема, ну не знаю, как-то, 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 как-то очень... Интересно, да, многим. Очень интересно. И для меня лично, как я уже говорил, самый главный вопрос, почему это все всплывает именно в тот момент, когда турниры уже проходят. Да, почему эти все отстранения не происходят до начала турниров. Ведь в моем понимании все эти нарушения были сделаны не сейчас, да, не сегодня, не вчера, не неделю назад, а все это было уже там месяцами, да, может быть там где-то полугода, годовой давности, да, все эти отстранения происходили, ну вернее не отстранения, а нарушения, да, и когда все это дело вылазит по ходу именно турнира, то для меня, ну, это как-то очень и очень странно. Да, я могу понять, как отстраняли у нас команду Пегу да, то есть там э, были очевидные нарушения, что у них в команде играл игрок, э, который давным-давно уже был отстранен, да. Но здесь, например, с ситуацией с, Даймонсом, поч с Даймонсами, почему именно все это дело всплывает тогда, когда у нас э, идут турниры, да, для меня лично это не совсем ясно и не совсем понятно. Но такой факт у нас имеется, и я решил записать видос, связанный с этим всем делом, да. Интересно, что у нас будет дальше, будет ли у нас продолжаться вся эта ситуация с отстранениями, потому что, как я уже сказал, отстранений в последнее время крайне-крайне много, и чуть ли не каждый день кого-то еще дополнительного цепляют и отстраняют. Поэтому будем следить за всей этой ситуацией, но у вас хотелось бы узнать, да, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу отстранений, по поводу того, что у нас происходит вокруг э, нашего танкового киберспорта и сумеет ли команда, которая до сих пор не проигрывала ни разу, да, в новом формате сумеет ли она добрать тех самых нужных недостающих игроков и выиграть очередной мажор в нашей игре. Пишите свои комментарии, делитесь своими мыслями по этому поводу, поддержите данный видос лайком, если вам он понравился. Ну и вы вообще в принципе хотели бы, чтобы я может быть больше рассказывал вещей около танкового киберспорта, да, потому что ну, все отстранения, всякие там, знаете, трансферы, политика вот этого танкового киберспорта, она, наверное, интересна. Я давным-давно уже об этом ничего не записывал и не говорил. Но вот эта тема с отстранениями меня, конечно, немножечко сподвигла на то, чтобы я чуть больше поразмышлял по этому поводу, поэтому, если интересно, обязательно поддержите данный видос лайком. Именно ваша активность даст мне понять, что эта тема актуальна и интересна, и то, что ее нужно развивать, обсуждать, и, может быть, какие-то даже около киберспортивные видосы на постоянной основе записывать. Также не забывайте, конечно же, подписываться на этот канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!